меня зовут Пузи, и со мной сегодня... О, божечки мой! Владус! О май гад! Это же Владус Мармеладус, ребята. Сегодня мы вместе с Владусом поиграем в Волю Богов в Роблоксе. Это тот самый аниме-режим, про который я вам уже рассказывал. И я решил вместе с Владусом устроить некий челлендж. У меня и у Владуса будет по 3 сердечка. За каждую смерть в этой мини-игре один из нас будет терять одно сердечко. Побеждает тот, у кого останется больше сердечек. И получает 10 тысяч робоксов с проигравшего. Так, ну что, Владус, ты готов? Да, конечно, готов. Только есть один момент. Ты почему мне не дал тестовую игру сыграть? Дай мне сыграть. Нет, никаких спойлеров. Ты о чем вообще? Зайди тоже, ПЖ, зайди тоже. У меня сейчас играет. Я вообще в рандомную игру зашел. В какую рандомную-то? Как мы тогда играть-то будем? Я шучу, я шучу. Ты надо мной издеваешься? Да, я издеваюсь, пока ты мне не дал сыграть тестовую игру. Ты сейчас надо мной еще издеваешься? Что происходит? Учитель, у него меняется голова. А, как тебе такой поворот событий? Ты в шоке, да? Я не понимаю, а что здесь делать надо? Тебе нужно добраться до его спины и нажать на кнопочку. Если ты будешь идти, пока он... Короче, я не буду это объяснять. Так это игра в кальмара. Да, это игра... Стой! Как ты понял, что нужно остановиться? А я уже в это играл. Несколько раз. Раз 5, наверное. Стой! Да, стою! Меня толкнули! Сейчас я тоже кого-то толкну. Подожди, я тоже хочу толкать. Нет! Ты... Стой! Тебя не вырубили! Как ты выжил? Ты же упал прямо, когда он обернулся. Да, так меня сначала вырубили, а потом не вырубили. О, ладно, кто-то все-таки нажал на кнопку. Выигрывает только один, что ли? Нет, в смысле, выигрывают все. Мы же все в одной тарелке варимся, в одной кастрюле. То есть он, получается, нам сейчас выиграл катку. Что здесь надо делать? Спрятаться? Ну нет. Я не знаю, что это один человек будет, оно, у вас есть 30 секунд, чтобы скрыться. А, типа побег от Пеннивайза, только в аниме-стилистике, понял? Ага, только вот есть одна проблема. Только не говори, что ты искатель. Ладно, я буду молчать. Ты серьезно? Ты искатель сейчас? Ты ж меня попросил не говорить. Ну говори, говори, ты искатель или не искатель? Я не понимаю. Что еще раз говорить, напомни? Что? Я не понимаю. Что нужно говорить? Скажи, ты искатель или не искатель? Ты искатель или не искатель? А, я понял. Но это было очень толсто. Сейчас мы посмотрим, как это будет на самом деле. А как здесь искать-то? Я вообще никого не вижу. А, так ты серьезно ищешь? Нет, в смысле, скажи мне, как искать нужно, как здесь ну, нужно, кого? Ну, короче, мы перекрашены или не перекрашены, и тебе нужно найти перекрашенных игроков. А, так это не ты, искатель, там вообще какой-то Бейкон. А, серьезно, что ли, блин, да как так-то, я думаю, я все-таки. Мы как-то маскироваться можем, или вот мы как есть вот такие вот серые, так и мы остаемся. Вот ты попался. А ты меня что, развел, что ли? Подожди, я-то думал, ты уже увидел настоящего искателя. Так я его вижу, я вижу. Это Бейкон, который просто бегает с карандашом в руках. Ты не видишь? Нет, я его не вижу, в том-то и проблема. Он сейчас хотел в мою сторону пойти. Нет! Он бежит за мной! А чё ты пугаешься так меня? Пускай он тебя и ловит, ну пускай бежит. У тебя 3 сердца, трать одно. Не, понимаешь? Я за весь этот видос не потрачу ни одного сердечка. Ты сегодня от меня этого не дождешься, и 10 тысяч робоксов ты не получишь. Да как не получу-то? У меня 500 робоксов на балансе, мне же нужно что-то донатить-то. Оу, тебя тоже подсветило? Почему подсветило? Зачем? А, ну это типа подсказка для искателя, потому что он еще никого не поймал, судя по всему. Ну у него 20 секунд, я думаю, что он никого не найдет. Я сейчас бегу в другую комнату, он уже точно не успеет меня поймать, просто чисто физически. Почему я подпрыгнул? И что за странный кот? Это ты? А, стоп, ты тоже возле кота? Я тоже. Да, я тоже, вот смотри, я прыгаю. Здорово. А, так мы с тобой все это время вместе бегали. Ну, это я уже не знаю, это ты уже потом узнаешь, мы бегали вместе или нет. Но пора бы, я считаю, пора бы тебе одно сердце хотя бы потратить. Это мы сейчас узнаем. У нас еще с тобой по 3 сердечка осталось. Ух ты! Смотри, сейчас тебе нужно будет нажать на самого себя. Когда? Очень быстро. Кто последний не нажмет, тот проиграет. Ага, я понял. А если на тебя нажму? Нажал! Все, я тоже нажал. Ты меня обманул, да? Ну, я за тебя проголосовал, извини. Ты зараза такая, ты че? То есть ты? То есть ты в игре на выбывание выбрал меня? Да, я выбрал тебя. Да, подожди, а что делать? А, тебя не выбрали, тебе повезло. Вас, видимо, было двое, у кого было по 3 голоса. Я тебе больше не поверю, ты зараза, блин, такая. Ты что делаешь-то вообще? А ты серьезно кликнул на себя? Я реально кликнул на себя.
Подожди, выбранный игрок должен идти. Я не успел прочитать. Нам ничего делать не нужно. Можем просто стоять и наблюдать. Вся наша жизнь зависит от него. Подожди, если бы выбрали меня, по сути, я бы был бы там, да? Да, ты был бы внутри. Я бы просто стоял бы, смотрел на тебя и делал бы вот так. Смотри. Я тебе просто похлопаю. Просто похлопаю. Еще. Просто еще. Он справился или нет? Я не понимаю. Он справился. Фух! Все, задание закончилось. Я на пути к 10 тысячам робуксов. 10 тысяч робуксов. Еще чуть-чуть. Пока что никто из нас не потерял ни одной жизни. Это мой самый любимый уровень. Это же тот самый уровень, который я никогда в жизни не видел, да? Да. Тебе будет очень интересно сейчас его проходить. Взял, сделал челлендж на 10 тысяч долларов с человеком, который впервые... Какие 10 тысяч долларов? 10 тысяч робуксов. Робуксов, долларов. Да там одно и то же, не переживай. 10 тысяч долларов, ребята. В жизни не видел этот режим. Я в него играть не играл ни разу. Как я могу вообще выиграть? Нужно просто ехать вперед! Просто вперед, отличный совет, спасибо. Не, ну кажется, я впереди, только в меня кто-то чернила кинул. А, ну здесь также есть всякие ловушки, подлянка. А, да, спасибо, что предупредил об этом, пожалуйста. Ну, я должен был сказать об этом заранее, но понимаешь, у нас тут с тобой соревнование идет. Да, верно. А, я понял, откуда были чернила. Я сейчас самый первый, ты прикинь. Как ты понял, что ты первый? Ну, впереди меня никого нет. Может, ты просто сзади и просто... Нет, ну, нет, я серьезно, самый первый еду. Подожди, а что за секунды? Ну, это типа, тебе нужно успеть за это время проехать. Все, я финишировал. За 100 секунд я еще успею доехать. Я надеюсь, что сзади меня кто-то еще есть. Я приехал вторым, ты, судя по всему, приехал третьим. Подожди, мы сейчас ждем проигравшего самого или что? Зачем нам это ждать? Ну, наблюдаем. Смотри, какая зима красивая. Кто-то очень медленно здесь катится. Правда, непонятно, почему не ты и почему у тебя все еще 3 жизни. Вот это самый главный вопрос у меня. Блин, ну мы пока что с тобой держимся на равных. А уровней осталось не так уж и много. Если бы я знал, как делать подляны... Подожди, я могу разобраться. Магазин собой. У тебя косметика. А здесь нет донатов. Блин, я наблюдаю сейчас за UE072, и она врезается в каждую стену абсолютно. А, ну все, она вылетела. А другая также едет в стену. Вот я за ней, кстати, следил. Она самая медленная здесь была. Но мне кажется, у нее что-то залагало. Ну, у нее 5 секунд. Я думаю, что за 5 секунд она еще парочку ударов сделает. Она пытается доехать до финиша, но безуспешно. Вот у кого точно сейчас жизнь потратилась, так это у нее. Так, она, получается, выбыла, да? Больше ее с нами не будет. Да. Игроков становится все меньше и меньше. И смотри, на нас падают камни! Свет в конце туннеля. Какой свет? Что это? Я в это никогда не играл. Доджбол. Вы разделены на 2 команды. Бросьте доджболы в противоположную команду. Время F, ключ, чтобы поймать доджбол. Короче, понял? Все время должен ловить мячи, когда в тебя их кидают, Владус. Да, и либо бросать их. А как бросать? Так, я не знаю. Бежим! Стой, куда? Что происходит? Почему эти мячи так летают? Так, надо... Так, подожди. Где ты? Блин, я почти в тебя попал. Оп, какой у меня мышь за одну команду? Нет, мы не будем с тобой играть в одной команде. Мы каждый сам за себя. Ты что, не понял? А, нет, мы против других. Меня вырубили. А, ты потерял одну жизнь. Ты бы еще больше в меня кидал этими доджболами. Конечно, я бы все жизни потерял. Блин, а я даже не уверен, что я тебе снес хоть одно сердечко, честно скажу. Но я был бы рад. Ты за мою команду играл. Ты меня, наверное, дамажить не можешь. Да, скорее всего, я тебя дамажить не могу. Почему я? Почему в него никто не кидал? Вот! Мне половину сердечек снесли. Нет, я не проиграю этот уровень. А ты думал, 2 мяча и все, и ты сдох. Давай. Я слежу за тем, чтобы тебя тоже... 2 игрока выбыло, я что, сейчас последним буду? Да, давай, я хочу, чтобы у тебя тоже снесли жизнь. Блин, у тебя они восстанавливаются. Нет. Да! Меня вышибли, нет! Блин, вот, теперь-то... Ох ты, почему... Ладно, мы с тобой на равных, у нас с тобой по 2 жизни. Я в костюме банана, а ты? Я тоже в костюме банана. А что делать? Ну, сейчас ты поймешь все. Сейчас концерт начнется, да? Да, концерт с огромной макакой. Она в нас что-то бросать будет, да? Избегайте его атак. Используйте ракету, чтобы сбить его. Какую ракету? Дайте ракету-то. Ну, сейчас их нужно будет найти здесь. Они будут разбросаны. Он сейчас нам такие подлянки здесь будет устраивать. Что это было? Ах ты! Не-не-не, я так не хочу играть. Мне тоже это совершенно не нравится. Смотри, он раскидывает бананы, а вот и ракетки. А, вон они. Не, пожалуй, я здесь в стороне побегаю. Мне здесь хорошо, мне вообще нормально. Так, нажимаем на кнопочку. Все, мы снесли ему одну жизнь. На спине нужно нажимать у него вот этот переключатель. Да. А, все. Нажимаю, так, нажал. О, вот это самое прикольное, он заспавнил нубасиков. И они будут сейчас бегать за всеми. Ты что, не видишь? В костюме бананов огромная толпа. Подожди, то есть мне в углу вот так вот стоять не получится, да? Не получится. Не, ну подожди, я от взрыва только что какого-то увернулся. А ты где? Я тебя даже не вижу. А, нет, не беги. Да не беги ты за мной! Ты сейчас меня опять что-то кидать будешь. Не, я не буду в тебя ничего кидать. Постой! Но остановился, ну. Стой здесь. Нет, стой! Ты что делаешь?
Что это было? Как я должен с этим человеком играть? Он меня подставляет. Не бегай за мной больше. Я тебя не подставлял. Ну как не подставлял-то? Почему ты тогда встал? Ну это произошло случайно. Лови его голову. Быстрее. А, не-не-не-не. Да-да-да-да. Кто первый доберется до нее, тот побеждает. Я тебе не верю. Стой. Да, это финиш. Сейчас, ага. Вот эту голову я должен ловить. Нет. Постой. Я лучше ракету словлю. Постой. Остановись, я тебе говорю. Я тебя сейчас толкну. Я тебя толкну. Стой, ракета. А почему они кувыркаются? Я тоже хочу так. Запрыгивай, ты должен влететь ему в спину. Что происходит? Ну, басики появились. Мы его вырубили. Я его подорвал. Так, давай, ключ. Давай, нажимай на кнопочку. Все, мы его вырубили. О, да. Это все благодаря мне. Не благодарите. Это было очень сложно. Это безумно сложно. То вставай сюда, то беги за головой. Может, хватит, а? Ну, кто-то же должен из нас с тобой победить. Я в прошлом раунде и так из-за тебя жизнь одну потерял, ты понимаешь? Спасибо, что толкнул. Спасибо. По идее, сейчас будет финальный уровень. Я очень на это надеюсь. Доставка пиццы. Чувак смотрит телевизор. Срочные новости. У Владуса осталось 2 сердечка, и он по-прежнему не проиграл 10 тысяч робоксов для Апозии. Что? Это не может быть правдой. Я согласен. Отборочный раунд. О, горячая картошка. Вы можете нырять только как горячий картофель. Что это значит вообще? Я не знаю. Так, надеюсь, картошка будет не у меня. Надеюсь, она будет где-то у тебя. Я тоже надеюсь, что она будет не у меня. А чувак стоит на месте просто с горячей картошкой, он залагал. Не, стой, он забегал! Нифига себе! Бегут в мою сторону, 3, 2, 1, все, она подрывается! Все, что ли, горячая картошка закончилась? А, нет, следующий игрок перехватил. А как ее выбросить потом, если что? А, тебе нужно постоять с ней 15 секунд, и она сама выпадет. А, серьезно, да? Да, спасибо, да, да. Спасибо за совет, а я так и сделаю. А ты где вообще? А, ты в водопаде спрятался, ты стоишь, не двигаешься. Да, я потому что, так а что я буду бегать, если он меня увидит? Ух ты! Ой-ой-ой. Все, я передал картошку. Блин, думал, ты сейчас за мной охотиться будешь, зараза. О, блин, я так испугался. Почему они кувырки какие-то делают? Все, у нее 1 секунда, она подорвалась. У кого картошка будет? Наверное, у тебя. Не-не-не, вон чувак бегает, смотри, по центру. Тогда я буду бегать всегда за тобой, на всякий случай. Фу, я постою здесь. Видимо, выживает сильнейший. Нет, если ты будешь стоять здесь, и картошка резко появится у тебя, то, ну, как бы это. Я тебя поздравляю, ты взорвешься. Ты ее никому не... Зараза! Картошка у меня! Нет! Как передать? Нет! Ну как передать? Да, забирай! Не надо мне! Не надо! Стой! Забирай! Зараза! 7 секунд! Ты не успеешь! Зараза! Успел! Нет! Ты подорвался! Да! Минус 1 сердечко у тебя! Почему именно мне ты ее решил передать? Ой-ой-ой-ой, ах ты нубасик, а? Напишите в комментариях мне, как с ним играть, почему он мне передает. Картошку. Нет! Одна! Он подорвался! Вот тебе капец повезло! Я просто на последних секундах, опять картошку у меня, ты видишь это? Надеюсь, ты ее не передашь сейчас, у тебя 13 секунд. Давай. Вот сейчас ответственный момент. Вот это у нас батл, конечно. Давай, 5 секунд, 4. Нет! Черт! Я тоже потерял 1 сердечко! У меня осталась последняя жизнь. Блин, ну это был эпичный батл. Надо было просто убегать подальше от всех. Кстати, мы проигрываем жизни в одних и тех же раундах. Как так? Ну, потому что они самые сложные. Блин, надеюсь, что это был не последний уровень. Я не хочу, чтобы на этом моменте, типа, вся моя игра прервалась. Серьезно? Да, наша игра прервалась. Они на последнем уровне. Реально? Да, они сейчас будут сражаться. Вот же ж, блин. Так, ну что, пойдем тогда в финальную? Давай. Опять 25, начинаем с класса. Арума Санга! Во! Я тебя сейчас буду толкать! Хрен с два! Я постараюсь дойти до тебя и сразу толкнуть тебя первым делом. Ты мне скажи, как толкать-то, я тоже хочу! Ну на F, я тебе говорю, просто... Да не может быть, реально! Да. Когда останавливаться нужно? Вот сейчас иди, не останавливайся! Сейчас! Почему ты стоишь на месте? Нет! Меня толкнули! Ты видел это? Я думал, ты выбыл! Нет, я не выбыл. Я теперь буду просто стоять на месте, мне пофиг. Я обосрался конкретненько. Отлично! Фух, Степа наш спаситель. О, нет, опять этот уровень с макаками. Вот я его ненавижу. Так, как здесь толкаться? Ну-ка, где ты? О, я спрячусь. Я спрячусь за сценой. Можно как-нибудь? Ты от меня не спрячешься! Не, подожди, я могу толкать, но я тебя не могу догнать. Ну вот вначале попробуй догнать, а потом уже давай. О, ракетка! Нет! Фиг ты меня!
Победа! Победа! Стой! Стой! Ой, господи, посмотри. Ё-моё, я вижу еще одну. А почему темнеет? А, потому что она к потолку подпрыгнула. Давай бегом на ключ нажимай. Я хочу выжить в этом раунде. Я хочу выжить. А почему она выживает? А хорош, блин, ты обезьяна. Ну, нужно 4 так, или 5 ладно, раз ладно, это ладно. Сделать, короче. Сколько? О, 5 после меня, ты прикинь. На! Я ей пердачело подорвал конкретненько. Я хочу тоже эту получить ракету. О, нет, только не нубасики. Так, нужно нажать, нужно нажать. Давай, кликайся. О, да-да-да, все, супер. Лови голову, лови голову. Ага, да, ловлю. Как только поймаю, в тебя ее кину. Ха, она за мной поехала, крутяк, опять да? Опять нубики эти. А почему эти нубики бегут только за одним челом каким-то? Что происходит тут вообще с челами с этими? Как они прыжок делают? Я тоже хочу. Ракета! Стой! Вырубай скорее! Вырубайте! Нубасики и голова бегут за мной. Я думал, что я сдох только что. Я улетаю! Я его снова вырубил, я его чиню. Давай, да, нажимайте. Блин, ракету пропустил. Кажись, все опять благодаря мне. Пожалуйста. Блин, как же вовремя я запрыгнул на эту ракетку. Возле меня была голова и целая толпа этих нубасов. Ребята, как мне сделать так, чтобы у него сейчас эта жизнь закончилась? Он меня сейчас опять толкнет, да? Ты же знаешь, что здесь достаточно много разных мини-игр. То есть мы не во все мини-игры сыграли. И тут есть одна из самых сложных. Это найди несколько отличий. Типа, выбери правильную дверь. Вот это самое сложное. Если на этом ролике не будет хотя бы 100 тысяч лайков, то хрена с два я с тобой буду в это играть еще. Ребят, набираем 100 тысяч лайков и мы играем вместе с Владусом еще раз. Подожди, никаких 100 тысяч лайков. Забудьте, что я сказал. Блин, как меня бесит этот breaking news. Хочется выключить телевизор. Так выключи, на пульт. А, блин, опять прятки. Прятки, фух, блин, повезло. Говоришь, надо маскироваться и прятаться, да? Да, нужно маскироваться и прятаться. Стой, а ты где сейчас? Можешь поставить на месте? Попрыгай. Да, вот я прыгаю, видишь? Только не беги за мной, ладно? Стой, а ты где? Я тебя не вижу. Остановись. Ты искатель? Да какой искатель? Там вон я бегу, ты что, не видишь, что ли? Да ты искатель, ты прикалываешься надо мной? Да прямо я бегаю. Да где прямо? Я тебя не вижу. Ну вот прыгаю, видишь? Нет, не вижу. Подожди, сейчас, секунду, тогда ты попрыгай. Я все понял, а я тебя вижу. Да? Да, давай, беги. Я вот именно в этой комнате, где ты сейчас бегаешь, я именно в этой комнате. Да. Да что ты говоришь, да? Сейчас я тебе поверю. Я помню, что ты прятался у кота. В этой комнате прячутся абсолютно все. Давай, беги в ту комнату. Я кого-то нашел, он... У него нет, двойной... Это ты! Нет, это не ты. А как мне его поймать? Ну, тебе нужно его карандашом, типа, стереть пластиком. Я его ударил, все, я его ударил карандашом. Так этого мало. Ставьте лайк, и Владус меня тогда никогда не найдет. Я возвращаюсь в комнату, чтобы найти просто да, чисто тебя. Да, давай. Что-то мне подсказывает, что моя последняя жизнь закончится на этой комнате. Да, Владус? Ах ты, зараза, кто... Ты, зараза такая, почему я не бегу быстрее тебя? Стой. Это ты или не ты? Как, куда ты улетел? Да отвали ты от меня! Да нет! Нет, стой! Стой! Я да тебе как тебя других! Вырубить? Я ты тебе скажи... покажу других! Нет! Да нет! Ты мне скажи, как тебя вырубить? Я не понимаю! Все! Черт, я потерял свою последнюю жизнь! Ты понимаешь, у меня пол игры не работает этот карандаш, я не могу поймать вот этого чела с щитом. Стой, а вдруг ты не успеешь жизнь. Всех поймать? Да не успею, конечно, ты что, я двух только поймал, тебя и еще кого-то. А у тебя сердечко потратилось или нет? Ты остался в живых? Да. Я сижу на стуле, сейчас буду выбирать себя, кстати. Чувак, ну я тебе сразу скажу, я проиграл. Я потратил все 3 жизни. Поздравляю, сейчас я тебе счет мой скажу, куда робуксы закидывать, давай.